Просто много по нотам. Ну, на мастер-классах много подходов рассказывали о том, как визуализировать музыку. Вот прошлый мастер-класс был про особую методику. Вот, может быть, расскажешь про методику, вообще, в принципе, твое отношение к любой методике, и имеешь ли ты свой какой-то подход к преподаванию, к, ну, вообще к развитию, в принципе, с образовательной точки зрения. Про это, может быть. Если честно, каждому ученику я подхожу отдельно, в зависимости от того, зачем ему это нужно. И я сразу спрашиваю, как тебе лучше? Короткий путь, который сделает мгновенно тебя лучше, или путь всей жизни, который неизвестно, чем вообще может закончиться. Но это будет путь. Кому как. Кто берет одно, кто берет другое. Кому что больше нравится. Я считаю, что самая педагогичная штука – это заразить человека, это интерес в нем развить, чтобы ему было самому интересно, чтобы он не мучился. Даже вот обыкновенные вещи, играя, допустим, если ты знаешь, что хочешь вот научиться играть рукой левой, она у тебя, скажем, слабая, ты можешь просто делать вот так. Или, допустим, ты понимаешь, что ты, играя двойки, у тебя левая двойка скользкая и недостаточно плотная. Ты играешь так. И при этом, вот, допустим, ты чувствуешь, что что-то еще с ногой как бы не так немного. И с левой рукой немножечко не то. Поэтому есть такие штуки. Одновременно, и как бы это и бит, и это не скучно, и это не просто сидеть там. Так, в принципе, во всем, чтобы, чего бы это ни касалось, я стараюсь сделать подход максимально, как бы, музыкальный и максимально интересным. То есть, допустим, если даже ты вот одиночкой хочешь, например, научиться, я при, допустим, игре 16-ми руками, я импровизирую ногами, вот таким образом. Одновременно и какая-то там раскоординация, и в то же время, импровизируя, ты записываешь себе эти знания под корку и уже можешь ими пользоваться. Такие всякие штуки есть. Денис, а ты как бы сам пришел в процессе своих? Да, и потому что сам мучился и не хочу, чтобы это еще кто-нибудь пережил. Облегчаю им страдания.